Въезд на территорию Хасавюрта и выезд за пределы города полностью закрыты. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Руководство города в период майских праздников усилило контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Ограничено автомобильное движение и внутри муниципалитета. Исключения касаются только специального транспорта экстренных служб. Оперативный штаб Хасавюрта по недопущению распространения коронавирусной инфекции полностью аннулировал ранее выданные спецпропуска. Отметим, что накануне в Хасавюрте был зафиксирован резкий скачок числа больных коронавирусом. По официальным данным, за сутки было выявлено 10 новых инфицированных. Общее число заболевших в городе достигло 56 человек.